Васильевский остров наконец связали с Большой Землей. Город подводит итоги первой недели работы нового участка западного скоростного диаметра. Въезд с Васильевского острова на этот участок бесплатный, но выезд с Богатырского проспекта стоит 50 рублей. Поэтому автомобилистам нужно заранее позаботиться о том, чтобы занять нужную полосу, если они собираются платить наличными. Некоторые не успевают сориентироваться и занимают полосу для транспондера. В итоге это становится причиной транспортных заторов. Бесплатно можно прокатиться только в сторону обводного канала. Хочешь в Приморский район – изволь раскошелиться или купить транспондер. Продажи устройства для автоматической оплаты проезда уже выросли в 3 раза. В первый день после открытия здесь выстроилась целая вереница из желающих сделать красивую фотографию на фоне Финского залива и опор моста. Но вообще-то по правилам остановка на магистрали запрещена, и штраф за такое нарушение – 3000 рублей. Традиционные заторы на Дворцовом мосту, Среднем проспекте и 8-й линии пока никуда не делись. Однако делать далеко идущие выводы об эффективности нового участка рано. Ведь, например, для Василия Островцев ЗСД станет по-настоящему удобным, когда достроят еще 2 съезда с магистрали в других частях острова. Случится это ближе к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В ГИБДД будут подводить итоги раньше, через 2-3 недели. На данный момент рост аварийности не зафиксировано. Все на том же уровне держится. Сейчас на въезде дежурит экипаж ДПС. В числе прочего, инспекторы следят за тем, чтобы водители не проезжали насквозь по Адмиральскому проезду. Кирпич поставили по просьбе жителей соседних домов, которым, кстати, стоит аккуратнее гулять вблизи ЗСД. Обшивка магистрали оказалась непрочной, и некоторые части уже оторвались от сильного ветра. Например, в районе Богатырского проспекта и Канонерского острова.